Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим контрпик Скорпиона. Как можно законтрить данного героя. Сразу вам скажу, я специально взял очень редкий антипик. Чтобы было разнообразие, чтобы не было в каждом выпуске тех же самых героев, понимаете? Ну что ж, давайте приступим. Ну, Скорпион великолепный герой. У него есть подкоп. Красивая анимация, благодаря нашей новой маске. Также суперский ультимейт, прыгаем через shift, все дела. Пил-пил-пил. Все очень просто. Поехали. Ну, инвокер. Скорпион любит закапываться в песках. Инвокер может кидать санстрайк. Может использовать ветра. Также можно использовать метеорит и бластер. То есть инвокер очень сильно мешает Скорпиону и может его спокойно убивать. Ну, далее идет само собой гроза. Гроза всех инициаторов и массовиков. Это Сайлансер. Задача нашего Скорпиона во время замеса ультануть. То есть внести огромный дамаг. Задача Сайлансера не допустить этого. То есть Сайлансер или до замеса использовать ультимейт. Или уже во время замеса, когда Скорпион ультует Сайлансер, перебивает ему ульту, понимаете? И у Скорпиона начинают идти слезки. Кап-кап-кап. Спасибо, друг мой. Ой, пукан рванул. Хорошо, ладно. Дальше у нас идет Лина. Лина, рыжая бестия. Здесь все просто. Когда у нас Скорпион в песках, она может кинуть стан и делать свой злостный прокаст. Если бы у нее ультимейт сейчас был прокачан до второго уровня, она бы его убила тупо с прокаста. Профит. Видите, у них у всех пукан рванет. Ну и профетка. Ну, здесь тоже все элементарно. Если они стоят вдвоем на одном лайне, такое тоже бывает. Например, Скорпион бывает идет на мид. Она может мешать ему с помощью первого скилла. Спамить. И ничего он не сделает, вообще даже песок ему не поможет никак. Также у нее есть сало. И массовый ультимейт, который очень сильно мешает Скорпиону. Все, подох. И самое главное, еще контрит его предмет, это Радик. Радик, который перебивает даггер. Как же он мешает. Все. Пишите в комментариях, какими героями вы контрите Скорпиона. И пишите имя героя, на которого сделать контр-пик. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.